прошлом году из 101 экстренного предупреждения оправдались 32. Однако своевременно созданные оперативные группы и штабы сыграли ключевую роль. Обошлось без жертв. Сократилось время оповещения граждан. Оперативно сработали пожарные, спасли 144 человека. Члены комиссии наметили план работы на 2015 год. Разработают принципы массовой эвакуации, проведут обследование всех гидротехнических сооружений. В этом году станет больше стояночных баз для малогабаритных судов. Работа у безопасников прибавится.